вами канал Улицы Москвы. В этом выпуске прогуляемся по парку Березовая роща, что располагается в Хорошовском районе между улицами Куйсинина и проездом Березовая роща. Здесь вот торчит стаканчик веб-арены. Какое-то строение тут читалось, что еще было на этом месте. Туда можно пройти к проезду Березовой рощи прямо. А там вот проходит улица Куйсинина. Где-то здесь был одноэтажный домик. Но я не пойму, то ли его сломали, то ли что-то еще с ним сделали. Давай будем, наверное, его искать. Здесь бывал, наверное, году в 12-13 крайний раз. Тут еще не было вот таких фонариков. Было обычное освещение на высоких мачтах. Сейчас мы двигаемся в направлении станции метро Полежаевская. Ну и да, попробуем найти этот деревянный одноэтажный дом. Возможно, он уже снесен. Если я правильно понимаю, где он был. Хороший район Хорошовский, ну и достаточно дорогой. Здесь не такая плотная застроечка. Есть вот места для отдыха, как вот этот парк. Там еще ближе к Соколу тоже будут парки. Сокол, если что, вот в том направлении примерно. Так, да, все-таки дом этот на месте стоит. Сейчас подойдем к нему подлиже, поближе и посмотрим на него. Какую он вообще функцию выполняет? Постараемся определить. Да, дом стоит целенький, деревянный, одноэтажный. Неужели жилой дом? Ничего не написано.
Это общежитие Министерства обороны аж. Вон оно что. Кусинина 6А, 63-е строение. Ну, я так подозреваю, тут читается, что тут было много домов разных. Но много что было снесено. А вот этот домик уцелел. Наверное, Министерство обороны как-то за него сказало свое слово. Ну все, двигаемся к выходу из парка со стороны метро Полежаевская. И здесь вот тоже остались и такие одноэтажные домики. Но они уже, как я понимаю, не деревянные. Ну, такой парк, Березовая роща в Хорошовском районе Москвы.